Идет Иван-дурак по лесу, и вдруг видит избушка на курьих ножках. Ну, он постучался так, раз, открывает Баба-Яга. «Ой, заходи, добрый молодец, проходи, покушай, отдохни!» Ну, он зашел, она Баба-Яга, короче, стол сделала классный. Все самое вкусное положила, все. Он поел с удовольствием, она бегает прямо и так, и постелила ему. И тут говорит: «Скажи, добрый молодец, а ты не хотел бы переспать с моей дочкой Василисой Прекрасной?» Ну, он так подумал: бабка старая, блин, страшная. «Нет, не хочу, не». «Ну, как хочешь». Ну, Иван-дурак лег спать. На утро просыпается, так эх, выходит из избушки. Опа! Смотрит, а там красавица стоит, такая красивая, шикарная, яркая девушка. Он подходит к ней: «Слушай, а как тебя зовут? Кто ты?» Она: «Я Василиса Прекрасная. А ты кто?» А он: «А я Иван, дурак, дурак, дурак!»